Карьера этого молодого человека, возможно, предмет зависти представителей казахстанской элиты. Бауржан Байбек, бывший шеф протокола Елбасы, а ныне номер два в партии власти после Назарбаева, применяет на Нурутан теорию социальных лифтов. Это когда тот, кто был никем, может стать всем. История Байбека могла бы служить примером в Казахстане, если бы не один непримечательный факт. Его отец – одноклассник президента. Другая вечная тема для страны – коррупция. Она не покидала ряды чиновников, а значит и ряды партии. Открытая, эффективная работа органов партии, я думаю, залог того, что все меньше и меньше будет вопросов, претензий, скажется, к партии. Я думаю, если бы все органы наши работали в регионах так эффективно, наверное, бы критики в адрес партии было бы меньше. Могу сказать, что с начала года более чем в 4 раза было увеличено количество людей, исключенных из партии за коррупционные деяния. За 8 месяцев уходящего года за коррупционные действия из партии власти исключены свыше 200 членов. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Тут вообще никто не застрахован. Вот за коррупцию не только партбилетов лишились братья Раскалиевы. Один возглавлял Атыраускую область, другой заседал в парламенте. В черный список вместе с веселые и находчивые Бахыт Сыздыковы попал и бывший вице-министр образования и науки Саят Шаяхметов. Нурутановцы смело путают бюджет государства с личным карманом. Фактически можно любого члена Нурутан, любого депутата мажилиса или сената спокойно брать за руку и отвозить в следственный изолятор. Бывший кандидат в президенты Салим Утен говорит как президент. Он охотно называет Бауржана Байбека зеленым демагогом. Говорит, времена, когда партия решала за людей в прошлом. Это просто очередной выскочка, карьерист, которому хочется, как говорится, мелькнуть на фоне, а там перспективу посмотреть, может, как говорится, успеет сесть в какой-нибудь уходящий экспресс-поезд к очередной большой должности. Ну, это глупость, это тупость. Я считаю, Нурутан – это партия одного человека. А точнее, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Умрет Назарбаев, Нурутан тоже умрет. Салим Утен уверен, в партию власти сейчас вступает ради личного, не путать с личностным ростом, но двигаются по карьерной лестнице на лифте Нурутана на свой страх и риск.